Всем привет! И я снимаю влог. Вот, думаю, он вам понравится. Если он вам понравится, то поставьте пальчик вверх и подпишитесь на канал. И go смотреть его. И всем опять-таки привет. Я пришла уже со школы. Мне нужно ехать на танцы. Вот так как пятницу, мне нужно ехать на танцы. Я еду на танцы, господи. И буквально через 10 минут нужно уже выходить. Я еще не покушала, то есть не кушала, а не попила чай. Потому что перед танцами я не кушаю. Потому что там сильная нагрузка и... Еще покушать перед танцами, перед такой нагрузкой я просто не могу. Вот, так что... Я уже пришла с танцев, вот, погода на улице ужасная, вот, и сейчас я пойду собирать вещи, так как сегодня пятница, и мы едем в деревню. Вот, и у меня